традиционно, поскольку душа должна успокоиться, после такого «Бури снежной», уже, я думаю, сыграем на местном пьесу «У камина» из «Зимы». Это просто настолько сопутствует Пасхи и душе, и покоя, и благодати, которую я всем вам желаю, чтобы вы ее получали. Спасибо. Знаете, это все непростая тема. Времена года, практически вот пять великих композиторов написала произведение на тему этих времена. Потому что времена года, это философия, это, в общем, как жизнь человека. Детство, юность, расцвет и уже умирание. Вот. Так что вот такая интересная философия. Мне кажется, у Вивальди это прослеживается, и вот такие разные совершенно подходы. Вообще, есть даже балет «Времена года» Александра Константиновича Глазунова, вот, великого русского композитора, тоже, который, к сожалению, не идет у нас, но, надеюсь, когда-нибудь поставят. Спасибо.